В составе одной из наших сборных команд по триатлону спортсменка Юлиана Петрова. Девушка заняла на чемпионате второе место. Триатлоном Юлиана занимается около 2 лет. Первый раз участвовали в соревнованиях все вместе. На нас была высокая ответственность. Мы работали все вместе, командой, и получили второе место. Я очень рада, что команда заняла второе место. В чемпионате приняли участие 15 команд из 7 регионов республики. Общее число спортсменов – 60. Самое, что главное, вот те ребята, которые заняли у нас второе место, это был их первый старт, и они показали себя достойно. Выполнили все так, как следовало, как мы им все рассказывали и говорили. Все, что от них требовалось, они все это сделали. Мы все тренера очень рады за наших спортсменов, то, что они все выступили достойно. Акмолинские спортсмены уже начали подготовку к следующим соревнованиям, которые состоятся в сентябре текущего года в городе Актау. Алина Мороз, Абзал Жумабек, Марат Ахмеджанов, Берик Манап, Кокши Ахпарат.